Нормально. Ты тогда, да, Ромеркой в белом платьице. Отлично зашел. Я не могу руин проверить, я с Джейком чиню. Мор. Закрывашка. А, блин, я ничего не взяла с собой. Ах, нихуя себе, он заворачивает, блядь, на все 180. ПКшник, чё. Я, блядь, даже на 360 сказал бы, нахуй, на 270. Барбекюшка есть. Наверное. Убежал. Да есть чертик. Правда, зря его в мейн ставил, потому что здесь, наверное, было от силы до 10%. Юля, наверное, не чистит тотема. Не чистить? Мы не вывезем, если ты будешь чистить. Сюда сейчас придет. Не? Поднимает, вот. Нормально. Ну и дурачок. Ой, не чини, он все равно сейчас чертиком сломает. Ой, не чини. Все наши старания пошли. Да. Так я сниму. Снимай. О, мать, нет, я сниму. Побилки тут, блин. Нашел дурачка, конечно. Просто ты такой смешной. Я сниму. Прям не могу. Ай, сейчас по жопе получу. Спасибо, игра встала просто вообще. Ну я же снимал с крюка, конечно, она встанет. Конечно, вообще. Просто на секунды три. Ну нахуй, блядь. Жесть. Спасибо. А можно ускориться? Это орех был. И все, я гибкость выкидываю. А, она не работает. Понятно, да. Гибкость тоже так же работает. Ну, короче, вообще на четвертой плойке нету смысла брать. Джейк, Джейк, поэтому пошли. Я со спринтом гоняю, Джейк, потому что Джейк, который работает и не лагает. Джейк, Джейк, Джейк. Не фрезит, хочешь сказать? Нет. Так а как может спринт лагать? У него же нету момента этого. Что ты должен сделать? Ускорение. Для. Ну, ускорение само по себе ускорение. Сейчас опять в мейн пойдет вставлять, да? Но он не лагает, ты единственный, типа. Я вот, кстати, еще не проверял с этим. Господи, у Юнджин перк. После палетки. Ой, ну это вообще сложно. Наш... реализовать. Он почему? Он прикольный, зато ускоряет на 4 секунды, а не на 3. Да ты 4 будешь фризить стоять. Ой-ой-ой. Да проходи ты. Он тут. Это просто пиздец. Столько всего произошло на этой неделе. Я вообще... Это пипец. Я просто в шоке, мне даже сказать нечего. Лачугу продал. Ой, ёб твою. Ладно, я останусь здесь. Что там, подвал? Не. Давай. Хилимся? Угу.
ушли. Ушел. А теперь Тинкер, может быть. У него вроде нету. К нам, нет. Сергей бежит к нам. За тобой побежал, Сергей. Да. Лачуги надо чинить. Нет, не надо. Ой, а можно ускоряться нормально, а? Сальных получаешь только из этих фризов. Надо. Не-не-не. Мы не вывезем этого мора. А, ты тут сидишь? Да. Он побежал за тобой, Артём? Может мне подбежать, если он Сергей не... Да тут чипчи! Бам! Поднимает. Быстрее, быстрее, кладетка, быстрее, беги же, господи. Прошу тебя, господи, быстрее. Джейк. Я в мэне еще одну палету не продавал. Такие беспалевные, ребят. Ага, он за Джейком. За Джейком, да. Я пошла снимать. Чертик. Опять минус мой ген, а. Блин, я его еще и тапнул. А еще он прям сюда несет. Добрый вечер. У меня там еще теплый ген был, прям на углу карты. Что он там палит? Сниму Джейка. Ой, здесь горяченький, тепленький. Видел тебя, нет? Нет. Нет. Убежал как раз в другую сторону. Он здесь в мейне, по-моему. Нет, он развернулся за нами. Господи, я... Похилимся или пойдем заводить? Пошли заводить. Лачуги нету? Лачуги нету. Нет, да. Нет. А, нет, не, есть? Угу. А, это с той стороны там был. Два гена. А, нет, на прошлой карте два гена тут рядом было. Туплю. Мяф. Мяф. Тут же двери. Сейчас мы проверим теорию Сергея по поводу, нужно было мне чистить тотем или не нужно. Мне показалось, этот челик настолько хорошо играет, что он не будет на это брать. Оба, короче, ворот открываются. Полностью? Ой, там пиздец-то, блин. А кто упал? А продаем его, да? Ну, а че его сейчас подымут? Он последний раз. Юля, ты где? Я бегу за тобой. Где он? А, да. Я залачугу открыл. Давай, открывай на 100. Открывай! В обилке, уходим. Ага. Ох. Юля, молодец, просто красавчик. А у него первый жетон еще был, да. Говорю, поэтому он меня и не трогал. Ага. Поэтому да. А, ну, извините, кто сколько, я вынесла две капли. Еще бы. В смысле еще? Закрывашка была? Да,
Блин, как она интересно работает. Вообще сейчас никакого, никаких перков, кроме чертика, брать на кинорож не имеет смысла абсолютно. Я эту захарвашку даже не видел. О, нет. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, только не так. Неужели? Неужели я увидел закрывашку? Может быть, вы не будете чистить тотема? Да, что-то нам тяжко играть начало, надо не чистить тотема. Так я не чищу последние две. Это игры. Стрелок. Некогда, да? Ой, ненавижу его. Да вообще твар. Презираю. Да капец. О, Кирилл. Нет. Да вообще. Тащи, отец. Ну и тогда вообще пофиг. Что хотите делать? Вот прямо под нами там. Парам-парам-парам. Руины нет, но есть земля. Интересно. Чистит землю. А, нет, все, я ушел. Мэг бегает. Попал в Мэг. Мэг сюда побежала. Артём. Не надо? Я здесь. Все равно игра фризит. А из-за чего фризануло? Ну, она, да, фризит. Это подвал, кстати. Ну, блин, ну опять подвал там. Ну что? И опять основа. Как мы будем это вывозить? Давайте я попробую, у меня скиллок. Самоспрыг. Ломает дверь. У меня самоспрыг есть, давайте я сниму. Да ты что делаешь, а? Юля! Юля! Ну снимай, блядь, только что быстрее! Ну ёб твою мать, у меня игра просто встала. Нормально. Че нормального? Все, у меня ради самоспрыга ты... Ой. Учитывая, что я уже тут была. Ну, самоспрыгивай. Раз у тебя самоспрыг. Ё-моё. В сторону кого-то. У меня горячий ген. Юля. Что, Юля? Можно я спасу? Можно. Можно, можно, можно. Я просто ищу ген, я никого не спасаю. У меня в лачуге. Сейчас я иду в лачугу. В подвале есть ген. Угу. Подвал хорошо останется, да? А ёб твою, он здесь? Вообще без террора ходит. Я бы ему слежку удалил, это вообще это жесть. У него террор вот примерно как лачуга. А еще же террор такой тихенький. И туда в подвал, да? В три рылых. Бля, он туда бля, идет. Бля. Бля, нет, не в подвал. Не хочу в подвал! Не хочу в подвал! Не хочу в подвал! В смысле в подвал? Ой, тут двойное. Там в подвале, кстати, тотем почистите. Горящий? Не знаю. Да не будет у него наеда. А может и будет. Да нет. Твою ж мать. Как а же они, его... блядь, долго чистятся? Он, блядь, успел повесить. Я бы генератор быстрее завел. Так, значит, здесь еще, скорее всего, в доме, да, есть ген? Это без перка Джилл вообще можно не ходить тотемы чистить. Это нереально. Я понимаю, почему мы так часто проигрываем. Так, стоим. Это реально, блядь, полминуты сидишь. Там сама хил быстрее, наверное. Закрой рот.
А, игра, спасибо! А у меня же самоспрыг был, чё я тупил-то? Меня Мэг сняла. Ну ладно, она заработала очки. Это так тупо, но это так смешно. Сука, сюда идет, а? А я отдал осколок уже. И палетки тут нету. Что ж за непруха-то такая? Гибкости тоже нету. Ой, тут заводят. Ой-ой-ой-ой-ой. А где ж не заводят? Где побегать-то? Ой, капец. Не заводят. Пипец, у него. Ну просто вот. Я вижу свечение, но террора нету нахер. Какой же он жесткий. Ну может тебе взять игру. Да нет, у него слежка наказания. Ёб твою. У меня в доме там горячий ген был. Он ушел. Ну у нас там треугольник остался, в общем-то, как бы. Там еще где-то третий ген неподалеку. А подождите, а мейн мы не завели, да? И мейн еще третий ген. Ага. А влачуги продавали? Кого? Я вообще не видела палетку влачуг. Он там? Не знаю. Чё ты тогда в меня тыкаешь? Я не хочу умирать. Блин, знаете, как классно, если бы у меня сейчас остался... Ёб твою. Если бы у меня сейчас остался самоспрыг. И осколок, и самоспрыг, это бы было бы вау, просто вау. Это было близко. Я почти успел. Вот видишь, нету наеда. Он был раненый, мы об этом не знаем. Знаем. Почему? Не было наеда. Вылезла бы порча. Мой самоспрыг. Дайте мне возможность. Дайте мне возможность. Я хочу его забыть. Будет у тебя фейскемпить, да? Часов нет. У меня есть, Артём. Где вторые ворота? А, тоже далеко. У меня не было времени даже запомнить, где ворота. Мэгушка. Мэгусик. Мэг, ёб твою мать, она даже назад не смотрит. Сергей, ты бежишь к воротам? Я куда-то бегу. Возле Мэйна ворота. Возле машины. Вот, нашел. Повезло. Нашел ворота. Сегодня. Я падаю. Другие. Так, а на воротах никого не похилить, не? Я сейчас прибегу к этим воротам, подожди. Мэг, ёб твою мать! Пизду! Тварь такая! Люк, слышишь? Дучка. Там возле наших ворот прямо люк. Ну там, откуда ты прибежала, да? Подождите, у меня вот есть план. Чуть-чуть. Не надо. Секундочку. Сука, ну потяните время. Артём, ну, те нет, ворота? Ну, блядь, ну... Что с ним? Нет, нет, нет. У тебя стояк был, да? Ну, чуть-чуть. На эти же. Он не фейскемпит больше. Все больше. Может быть, опять неудача повезет. Сергей, снимай! Бегу. Он возвращается уже только. Он уже здесь. Уи!
Блять, как в этом чистом поле снять? Давай. О, хорошо. Побежали. Я открываю ворота. Артём, беги к воротам. Что я тебе сейчас Артёма хочу назвать? Я вот не понимаю, что ты все время Артём. Я пытаюсь тебя закрыть. Не попал. Уходим. Блин, не реализовал я свой план киберспортивный. Он же мог этот. Так я не знаю, что вы стояли на воротах. Ну ладно, я стоял, а другие ранее ничего встали. Эти же ближе были мои. Мои же ворота были ближе. Протянуть и сделать куфи. Да твои через дебри, через всякие болота, всякие туманы там. Да. Болото, здесь по прямой взял, побежал и все. Блин, мне нравятся катки против этого стрелка. Я его ненавижу, но мне нравятся катки против него. Они такие напряженные. Да не может быть, у нашей Юлечки меньше всего очков. Кота. Ужас какой. Ты уволен. Ну как меньше всего? Ты, если бы я пошла снимать, то у нас бы было одинаково. Ну это пофиг. Посмотрим, что это будет. Я думаю, особой разницы мы не заметим. Да, мы всего лишь продадим и сделаем плюс 3. А кого продадим? Того, кто не чистил тотема. Клоун. Замечательно. Ну, единственное, нет, может быть, ладно. Но хотя тоже как бы такое себе удовольствие. Ох, не знаю, как я его не люблю. Как я его презираю. Ох, он господи. Же, он же не бегательный. С какой стороны вылезет? Сука, понятно. Извините. Навстречу вылез. У меня стрессовая ситуация. О, я могу смотреть в дверьку, как они бегают. О. Да, я тоже хочу. Я тоже хочу. О! Где? Я тоже хочу. Где? Вон там? Сука, прямо, да. Них. Вообще, это что такое? Как он сделал вообще это? Кусь? Тебя сделали кусь? Да, блять, нет! А! Это цирковая ловкость. Он, блять, я его запустил, он просто уже своим вымахом, просто уже куда-то там улетел. А потом все равно мне как-то дал хит. Я вообще не понял. Типа это я его закрутил. Это ловкость рук, никакого мошенничества. Да это мошенничество. Ой, я надеюсь, да он меня не услышит. Автонаводка какая-то. Ты понимаешь, я его даже уже закрутил. Просто я его так закрутил, что никто так не закрутил. Ух. Волнительно, стелс. Как я по нему скучаю. Текаем? Худжи! Я спасу тебя. Я подставлюсь. Я не умею бегать против клоуна, я его презираю. Это клоун, это знаешь, он такой смешной. Дедок. Он жестокий. Он замедляет. Я не люблю, когда меня замедляют. Мне игры хватает, которая меня замедляет. Так, что я уже потерялся, мы что-то завели. Сука, он опять ко мне, а, идет. Ну конечно, ну а кого ему еще? На улице не блять. Я сделал ошибку самую большую в своей жизни. Вообще. Завели. Ладно. Ладно. Зато Элоди кричит классно. Вообще прям. Да он тебя даже раненого так долго ловит, что... А, блядь, да сука! Да тварь! А где хоть? Ой, далеко. Ну что гены медленно заводятся, а я вообще ничего не понял. Юля тотемы чистит. Неправда. Юля вот чистит и чинит ген на этом. Короче, я сейчас у тебя снимаю и прям вот в морду ему буду. Становиться давай. Буду умирать. У меня есть самоспрек.
Чем пахнет? А, только это ты перцы. Давай быстрее. Это перцы. А не, смотри, он тут он возле меня ходит такой весь. С бутылкой своей. Скажи, сейчас на подаче. Майкл сейчас Джордан. Сейчас бы вина выпить. У меня, кстати, есть вино. Прям на крюке? Мог снять, снимай. Вот сейчас сниму. Беги, срал бро. Ты все, тайминг ведь всрал. Ну, но... я думал, он же мог за шкирку схватить, я побоялся, нах. А он бутылку да кинул. Да он бутылки свои, да. Он пивко попивал. Да хорошо, что они у него не ваншотные, а я сам спрыгну. А ты беги. Открываю пивко. Как спрыгивать? Наливаю бокал. Ля, бомжик! Бомж. Ты просто отец. Чё? Бомжик спрыгнул. Он все равно за мной идет, но это что за пиздец? It's time to tunnel. Ага. Он такой, я тебя по кого заберу. Сука, у него зверская сила. Уходи. Мы потеряли его. Не, он не хочет никого, кроме Артема. Да что ж такое? Ой, блядь, да. Пропустила. Просто всегда вместо меня умирал Артем, да, видимо, поэтому. Всегда умирал Артем. Меня. Мы завтра, блядь, еще поедем в магазин. Твою а я так мать, ненавижу а? Шопиться, вообще пиздец. Сачу. А где? Юля! Бля, дебил. Ну я прибежала, тут что ты меня похилил. Тут ни одного окна похилил. Нету на втором этаже. Что за нахер? Что за рез есть такой? Есть окно. Ни одного. Я прочекал, ни одного окна нету. Вот окно, блин, я к нему прибежала, дебил. Да что она там в жопе мира делает? Здесь должно быть три окна быть должно. Почему, когда я ман, там три окна? Идиот, блин. Мы сама спрыгивай, блин. Драться. Это вот тупо респ сейчас нам вот заруинит всю игру. Да конечно. О, я опять вышу над люком. Все, хватит, успокойтесь. Первый раз вообще тупо попался, блин. Ох, надо бежать. Там горячий генчик был. Дебил, блин. Что можно скушать? У нас есть огурчик. Правило, не приводи к крюку. Чертик. Не для тебя, Сергей? Я не приводил, я не бегал. У меня есть огурчик, вы представляете? Два даже. Круто. Вообще такие вкусные. Сейчас солькой забабацаю. И вообще будет очень вкусно. Суровая имба. Эта баба ни разу еще не висела. Как обычно, посмотрите, наши тиммейты ни разу не висели. На. Гибкости нету, ну и хуй с ней. О, не угадал. It's time to die. Минус ранг за что? Я так хорошо играл. Я такой отец. It's cold. Здравствуйте. На-на-на-на-на. Уже террор. Какой-то стандартный. Я не могу печеньки открыть. В две гибкости она меня в два раза пробила, прикиньте. То есть это не просто корявая нюрса, это скилловая нюрса. Помянем.
чем это занимается, Нейка? Херню какую-то, надо снимать. Пипец какой-то. Ай, ну ладно. Блять, прямо на нее выбежал. Кирилл, ты снимешь Нейку? Я далеко. Я еще дальше. Я вообще тебя не вижу. Да, Нейка, это сейчас будет далеко. Полное казино с этой нерсой. Я сам спрыгну. Бляха, муха, точно. Давай. А, я не могу. Ладно, пошли. Так давай я тебе. Не надо, пошли. Мы же все ранены, мы все поляжем сейчас. Первый раз за весь мой опыт игры, когда танатофобия работает. Это ты? Давай, угу. Стой, стой. Долго она кого-то сейчас ловила. Два гена дали, еще поперехилились. Она не бегала ни за кем. Не в нашу сторону пошла. Не в нашу сторону, нет. Так, я пойду сниму. Давай. Юля, по-моему, сейчас в тою пойдет. Ну, кошка пока не горит. Она выбирает, в какую идти. Как только загорит, я разорву дистанцию. Кирилл, к тебе, по-моему. Она прям смотрела туда-сюда, туда-сюда. Куда бы пойти? У тебя сколько было, Кирюх? У меня там процентов 50 плюс минус. Здесь 25, но тут вместе с Нейкой. Я не буду на твой возвращаться. А, ты тут привел к нам ее. Ой. Нормально, побежали. Ну хитуй ты уже. Да, когда не выебываешься, она не попадает. Возвращается. Нейку хочет. Она вернулся на твой день. Туда. Я не запомнил, где вторые были. Юля, ты где? Я с тобой же. Ты со мной? А Юля где?
Бегу к воротам. Открываем. Открывайте, Нейк возле вас. Ну, открывай. Заебись. Я обожаю эту игру, блять, конченую. Я знаю, где Наед. В лачуге. Возле лачуги. Лачуги. Блять, мы двери не открыли, только потому что я с кем-то уперся друг в друга, и мы оба не смогли нажать. Конечно, да. Пиздец просто, ну. Ах, иди. Я не попал в последний скилл-чек. Не, наверное, бы не успел, там уже совсем успел, мало было. Успел, вот же он. Давай, нет? Лоди, ну. Бля, хамуха. А знаете самое прикольное, что? Да. Я сдох, но я на первом месте.